Проблема двойных счетов за коммунальные услуги от двух разных управляющих компаний вскоре может быть решена. Ее причиной, как правило, становятся конфликты между жильцами многоквартирного дома и несовершенство нормативной базы. Сейчас для смены управляющей компании достаточно, чтобы в собрании приняли участие более 50% жильцов. Если более половины из них, то есть более 25% всех проживающих в доме, проголосуют за смену, это решение считается принятым. Ивановскими областными депутатами утверждено постановление об изменении этого порядка. Теперь проголосовать за смену управляющей компании должны более половины жильцов дома. При кворуме 50%. Сегодня ситуация, когда приходят жителям по 2-3 квитанции. Вот это как раз результат того, что группа инициативная обрабатывается определенными управляющими компаниями. Принимаются решения, и потом начинаются эти споры и жалобы в прокуратуру, и в жилищную инспекцию. Чтобы это исключить, эту цифру надо увеличивать.